Алло. Здорово, дружище, какие дела? А, здорово, мужик. Да и лучше, чем у тебя. Согласен, даже спорить не буду. О. Слушай, денег мало, быстро скажу. Здесь, блядь, броник нахуй не нужен, потому что он бесполезный, блядь, просто бесполезный. Бронебойка его шьет, как нихуй делать, блядь. Ну вот тепловизор, это пиздец как, блядь. Дадут нахуй, я говорю, пацаны будут просто в восторге, нахуй. Ну, броник тоже, смотря какой. Макс, любой. Бронебойка шьет нахуй. БР-4, 5 нахуй. Со 100 метров насквозь. А у них бронебойки. Короче, Витек, удочки закинули там, ну, серьезно вроде начали этим заниматься, но нас в курсе этого не держит. Я понял, блядь, Макс, я говорю, без пи***а он нам жизнь спас, нахуй, реально. Если б мы, блядь, хотя бы еще, блядь, пацаны наобум вышли посмотреть, когда стемнело, если б мы, блядь, хотя бы еще, как обычно, заступили через час, нам пи***а, наверное, была бы. Ну, я поэтому говорю, что теплак нужен. Я говорю, это, блядь, не похуй, я говорю, это вот у пацанов, я говорю, а для своей жизни, нахуй, я бы с ним хуй расставался, блядь, я срать с ним ходил бы, нахуй. Зимней обуви не предвидится, что-то, нахуй, блядь, мы тут ее, наверное, не дождемся. И по поводу отпуска, я не знаю, блядь, что нас на 10 дней отпустят, потом обратно. Ну, блядь, обратно я чего? Я говорю, знаешь, ни у кого желания нету, каждый будет искать болячку, чтобы не вернуться. Я даже скрывать не буду, что я, наверное, в том числе, нахуй. Ну, нет, ну это вы уж сами там думаете, как чего. Нет, здесь, Макс, я говорю, знаешь, я прямо скажу, я говорю, ты уже бывал в таких местах, но поверь, кто люди, даже в той же Чечня, не Чечня, веришь, нет, они, блядь, кричат, нахуй, не знают, как отсюда съебаться. Потому что это тут пиздос. Пацаны попали, жесткий замес был, нахуй, вообще просто жестяк. Ну и мы тут, блядь, я говорю, богом забытые, грубо говоря. Придешь, как расскажешь. Да, а тут хуй уже попали будем до конца. Я говорю, мне, блядь, я говорю, знаешь, стрёмно было, если бы я там, блядь, всеобщая мобилизация была, когда нахуй всех забрали, блядь, и ты такой, да не, я не пойду, я дома посижу, закашу, блядь, а когда нахуй, извини меня, кого-то вообще домой, они даже доехать не успели, их домой отпустили, блядь, и особенно всех этих москвичей, блядь, жопу целованных. Да, я говорю, здесь уже обидочка, нахуй, знаешь, такая закрадывается. Тут такое, что, блядь, я говорю, сами вот, я говорю, сами по себе, Макс. Это, знаешь как, я не знаю, у вас там есть командир, нет, у нас ротный с**ался от нас, когда ну, замес начался, да, у нас да, ротный да. И мы Да, одни остались. да, 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 я тебе про Вот. это и говорю, Макс, я тебе про это и говорю, нахуй. Вот. Ну, в принципе, ничего не изменилось, Витек, все то же самое. Я говорю, я не бил в грудь, что я герой, блядь, но я не убежал и пошел, я говорю, я посмотрел на это все, я говорю. А кто, блядь, бил в грудь, что он герой, я говорю, пусть сходит, нахуй, на 3 дня хотя бы сюда, блядь. Потом посмотрим, какой он, в рот, не, блядь, герой.